В Чистополе в сгоревшей бане погибла 55-летняя женщина. Трагедия произошла ранним утром в постройке на улице Хлебная. Прибывших на место спасателей встретили соседи. Они рассказали, что злоупотреблявшая алкоголем хозяйка может находиться внутри горящего помещения. К тому моменту пламя охватило баню, пристроенный к ней сарай и их общую кровлю. Справиться с огнем площадью 36 квадратных метров спасателям удалось спустя 10 минут. Вскоре было обнаружено тело хозяйки. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности использования печи.